Пакистан. Город Аббатабад, что на севере страны. На пустыре возле домов дети играют в крикет. 10 лет назад в этих местах проходила военная операция под кодовым названием «Копье Нептуна». Ее целью был лидер Аль-Каиды, за которым долгое время охотились американские спецслужбы с терактов 11 сентября 2001 года. Кроме этой бетонной плиты от жилого дома, в котором скрывался Усама бен Ладен, сегодня ничего не осталось. Это было трехэтажное строение, окруженное высоким забором. Находилось оно недалеко от пакистанской военной базы. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан рассказал о том, как шла подготовка к чрезвычайно сложной и рискованной операции. На протяжении нескольких месяцев разведка вела наблюдение за курьером Аль-Каиды, регулярно посещавшим один и тот же дом. Там однажды и был замечен высокий худощавый мужчина с бородой, похожий на бен Ладена. Уверенности в том, что это террорист номер один, не было. В Белом доме велись споры. Одни говорили, что подозрений недостаточно и риск слишком велик. Другие считали полученные разведданные основанием для того, чтобы действовать. 29 апреля Барак Обама дал зеленый свет миссии по убийству или задержанию Усамы бен Ладена. В ночь на 2 мая 2011 года два военных вертолета Black Hawk вылетели из Афганистана. На борту порядка 20 спецназовцев подразделения «Морские котики» ВМС США. Полет длился 1,5 часа. При приземлении в Аббатабаде у одного из воздушных судов возникли неполадки. Вертолет упал. Этот инцидент мог поставить крест на всей операции, но обошлось без потерь. И бойцы двинулись к укрытию бен Ладена. Происходящее в прямом эфире транслировалось в Белый дом. За операцией наблюдали сам президент и высшие должностные лица страны. Не без напряжения, о чем свидетельствует это фото. Через 20 минут после начала штурма спецназовцы доложили: Усама бен Ладен обнаружен и ликвидирован. Вскоре от Барака Обамы весь мир узнает, что основатель Аль-Каиды мертв. Личность убитого подтвердит анализ ДНК, а останки сбросят в Аравийское море. Сегодня я могу объявить американскому народу и всему миру. Соединенные Штаты провели операцию, в ходе которой был убит Усама бен Ладен, лидер Аль-Каида, террорист, виновный в убийстве тысяч невинных людей.